Ну чё, пацаны, всем здорово! Вы ждали этого финала! И финал Макс против Пашка! Ну, Пашка пишется белый. Ребят, это финал. Это то, что вы ждали, блядь, полтора месяца, нахуй. В этом сезоне будет новый чемпион. Вульф сдулся. И в этом году будет новый чемпион. Макс или Павел? Посмотрим сейчас. Поехали, блядь! Это супер-мега-финал. Трикшот-фест. Финал Макс. Пашка, белый, поехали. Один ноль. Ну, здесь Пашка сыграл в ласт сек, блять. Я жду интригующих, жестких, блядь, ударов. Посмотрим, что они принесут. Пока что все легко. Вот это тоже хуйня. Ебать, он решил ударить, сука, по-томовски. Дай 3-3 ты, блядь. Гол, гол, Макс, блядь, забивает. 4-3, нахуй. 4-4. Пашок не отстает. Вот это сложный удар. Здесь кто-то, наверное, проебется. Там гол. Да я охуеть, если он такой забьет. Это нереально. Нереально! Да ну нахуй. Если он такой забьет, я охуею. Это нереальный такой гол. Так никто его не бил никогда в истории. И, блядь, Макс проебывает. Бля, 1-0. Пашок, вин. 1-0, Пашок разъебывает первую катку у Макса. Охуеть. Ну, Макс фаворит. Но нет, 1-0. 1-0 Макс сосет член, блядь. Один-один. Вторая катка. Смотрим, кто же сделает ошибочку. Пока все легкие удары. Здесь, я думаю, никто не ошибется. 3-3. Макс пока финал проебывает. 1-0. Четыре-четыре. Гол. Пять-пять. Интрига, интрига, блядь, финал, нахуй. Пацаны, это, сука, супер финал, трикшот, фууууш. Ждем, ждем, ждем. Ждем победителя, пока Макс отсасывает. 1-0. Гол, 6-6, блядь. И Макс не забивает. И сейчас он может проебывать со счетом 7-6. В серии будет счет 2. Не забивает. Не забивает. Ебать, вот это шанс. Пацаны, это финал. Такую хуйню не забивать, это дорогого стоит. Это же финал, блядь. Пацаны, это финал. Это финал, бля, как вы такую хуйню не забили, это пиздец. Жесть, жесть, жесть. Ну и так, 7-7, пацаны, пока ведет Пашок. И у Макса сейчас есть шанс забить не в рот ебовый гол.
Я говорю, это ведь вот, он забивает твоего. Я думал, Пашок такой не забьет, потому что это очень сложно. И соперники такие голы никогда не, блядь, прощают нахуй. Да. Это 1-1, пацаны. Это финал. И это 1-1, блядь. 1-1. В любом случае, пацаны, в этом году у нас новый чемпион. В том году выиграл Вульф. Вульфа нет в турнире. Сегодня и сейчас в игре только один. Павел или Макс. Один из двух. Счет 1-1, пацаны. Это файнал. И счет 1-1. Посмотрим, кто заберет этот ебаный кубок и 2000 рублей. Свой кармашек на пивас. Три-два. Павел выходит вперед. Но пока легкие удары. Счет 1-1. Вот это сложнейший удар. Если забьет, то это будет пизда, нахуй. Нокаут. Нет, не забивает, не забивает. Тоже не забивает Пашок. Ребят, 3-3, 3-3 остается, но это легкая сейчас хуйня пойдет. Пацаны не забили свои легкие голы. 4-4 и по каткам. Это финал, пацаны. Блять, это, сука, финал. Вот здесь кто зовет, тот, сука, выиграет вторую катку. Отвечаю нахуй. Забивает, то это победа. Нет, не забивает. Не забивает, он нихуя ебу. Блядь, дайте мне такой финал, я всех разъебу нахуй. А Пашок тоже не забивает, нихуя. 1-1 по партиям. 4-4 в нашей супер-мега-игре. 5-4. Пять пять. Ручеек, ручеек, хуй кто забьет нахуй. Макс, ну чё, ручеек забьешь? Ты винер, вин, 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 вин. Нет, не забивает Макс ручеек, и счет 5-5. Бля, ебать, как же они долго дрочат нахуй. Это пизда 1-1, и счет 6-5, и такой гол легкий, это 6-6. Ждем какой-нибудь, ну это тоже легкая залупа, блядь. Макс забивает 7-6, если Павел не забьет, я бы охуел немножко, но я думаю, что он должен забить такую шляпу. Забьет, я охуею. Забивает, забивает, 7-7. Это финал, финал, пацаны, вот такой финал получается, 1-1. Пока и... Пацаны, ебошь. Нихуя не получается. Ну это жестко, жестко. Бау, бау, бау. Бля, нихуя себе, Макс, ебать, ебать. Макс, ну это реально фарт. Это просто фартовая хуйня. 2-1, он забивает просто ссаную хуйню. Это финал, пацаны. Здесь кому реально повезет, тот и выиграет. 2-1 Макс повел, но гол просто супер-мега, блядь, говнище. Просто нереальная хуйня залетела. Он сам даже не знал, что он забьется, но он забивается, пацаны. Вот 2-1 Макс выходит вперед, но везет тот-то везет, пацаны, вы знаете. Так что... Ждем интриги. 2-1 Макс повел. Пацаны, и посмотрим, что будет дальше.
3-3. 4-3. Если Макс, ребят, заберет эту катку, он выигрывает весь турнир. Весь ебаный турнир. Нет, не забивает. И есть шанс. Есть шанс. И башка сейчас сделает счет 2-2. Нет, не забивает, блядь, Пашок. 4-4. Не забивает. Если, ребят, сейчас Макс забивает такой гол, он чемпион. Он чемпион, блядь, Soccer Star Trick Show 2023. Если забьет. Не забивает. Ждем чемпиона. Ждем чемпиона. 5-5. Пацаны, а это 2-2. Это 2-2, интрига продолжается, блядь. 2-2, это финал. И пятая, последняя катка. Пятая, пацаны. Ждем. Это Final Web. Финал. Счет 2-2. Может выиграть просто любой игрок. Любой. И мы ждем этой развязки. Поехали. Два-два. Два-два. Забивает, забивает, Пашок, блядь, а Макс сейчас нихуя не забьет. Какую шляпу. Нет, забивает. 3-3, блядь. 3-3. 4-3. Ребят, кто выиграет эту партию, тот забирает два косаря. Становится чемпионов трикшот 2023 года. Бля, ебать, какая у них сейчас зависла просто этот. Интрига. Если сейчас забивает Макс, он победил. Макс, чемпион трикшотов, пацаны! Макс, я тебя поздравляю, Пашок сдулся и не смог забить такой удар. Пацаны, Пашок, я тебя поздравляю, братан, ты, сука, чемпион 2023 года по трикам. Жди приз, Пашок. Всем удачи, всем пока, с вами Роман. Такой был, ребят, финал. Всем пока. Трикшоты выиграют Макс Барских, блядь.